Беларусь 2023. Президент страны Светлана Тихановская. Беларусь приглашает в Европейский Союз. Фантастика? Отнюдь. Война, которую развязал Путин против братской Украины, дает уникальный шанс изменить историю. Россия уже проигрывает. А без наших баз, железных дорог, границы, поражение Путина наступит значительно быстрее. Наших военных подталкивают к войне. Они не хотят убивать. Они не хотят умирать. Их семьи не хотят встречать гробы. Значит, армия Беларуси уже союзник народа. А как народ и армия смогут воспользоваться шансом перемен? Мы – большинство. Вся страна должна выйти на антивоенные митинги. Блокада агрессора на базах и путях обеспечения. Ни еды, ни топлива, ни свободы перемещения. Армия увидит силу народа и станет на его сторону. Военные возьмут под контроль нашу границу и не дадут использовать Беларусь для войны. Лукашенко – трус и без российской поддержки убежит при первой же возможности. Власть перейдет к Светлане Тихановской. У Путина не будет сил противостоять. Его армия уже проигрывает, а его экономика уже разрушена. Нас поддержит весь мир. Ну что, за работу? Audio Jungle.